Ну, это, знаете, как из фильмов про Шерлока Холмса лупа. Различные такие вот небольшие механические уловки для осмотра труднодоступных мест. Криминалистический чемодан полон самых неожиданных вещей. Скальпель, кусок пластилина, рулетка, ножовка, шприцы, порошки и жидкость для снятия отпечатков пальцев. На месте преступления, рассказывает Александр Морозов, не знаешь, что пригодится наверняка. Главное – не терять времени, ведь пресловутый след на песке живет, пока не подул ветер, всего несколько секунд. Не только подручные средства, но и богатый внутренний мир должен носить с собой на работу каждый следователь-криминалист. Секрет раскрываемости преступлений – фантазии, воображении и перевоплощении. Ты, приходя на место происшествия, должен фактически здесь вообразить всю картину, начиная с того момента, как подозреваемый сюда попал на место преступления, что он здесь делал в первую очередь, во вторую, в третью, чем это все закончилось. Где могли остаться его следы? Посмотреть на место преступления как бы со стороны позволяют и последние достижения в науке и технике. Например, вот такой объектив для панорамной фотографии или специальная лампа экспертного света. С ее помощью был задержан, а потом и осужден бывший полицейский, который профессионально замел следы убийства. Но прибор обнаружил невидимую глазу кровь жертвы даже на его тщательно отмытой обуви. Имеется у нас тоже такой прибор, который называется UFO Touch, устройство для извлечения данных с мобильных устройств. Самым надежным свидетелем преступления очень часто становятся мобильные телефоны и другие электронные гаджеты. Ошибочно то мнение, что айфоны неприкосновенны. За несколько минут можно извлечь даже из сломанного телефона любую информацию, начиная от СМС, в том числе и удаленных фотографий, голосовых сообщений, заканчивая самыми популярными сайтами владельца. От лупы Шерлока Холмса до секретных разработок. Сегодня в Забайкальском крае работает всего 10 криминалистов. Очевидный перевес в сторону преступности требует почти невозможного. Нырять за вещдоками под воду, опускаться под землю, цепляться за любую мелочь, как за соломинку. Но быть всегда на шаг впереди любых, даже самых изощренных преступных замыслов. Дарья Пьяникова, Евгений Погорелый, ЗАП ТВ.